Всем привет, добрый вечер. Сегодня мы идем в итальянский а-ля-карт ресторан. Сейчас я вам его покажу. Итак, вот она, витрина итальянского а-ля-карта. И сейчас мы пройдем вовнутрь. Вот так вот он выглядит. А-ля-карт действует по предварительной записи. И он платный. Красиво оформлены столики. Вообще интерьер очень красивый. Вид из окон с выходом на террасу. Здесь различные закусочки. Мясо, хлеб, страстная рыба, бутерброды, сыр. Красивые бутербродики. Колбасы с нарезкой, красивые базы, масла, и вот он, наш стол, нам подготавливают, моя любимая жена Анечка, Кирюша, Витя. Кирюшенька, ты погулял, сходил? Нет. Ну ладно. И тут же рядом с итальянским а-ля-картом играет джаз-квартет. Браво! Шоколадный кейк? Хорошо как. Пожалуйста. И тирамису? Тирамису. На пол. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Так, мы очень вкусно поужинали в ресторане, в итальянском а-ля-карте отеля Selectum. И нас обслуживал вот этот прекрасный официант Сулейман. Рекомендую, очень хороший человек, очень хороший работник. Всем его рекомендую. Обращайтесь к нему, спрашивайте Сулеймана.